35,8. Температура в норме, можно в рейс. Это Рыбница. Водителей маршруток здесь проверяют бесконтактным термометром. Он измеряет температуру всего за пару секунд. Как бы вот так приложить, взять кнопку, и она показывает температуру тела. Делаем это 3-4 раза в день. Профилактика и в самой маршрутке. Водители обрабатывают салон. С вирусами здесь не по пути. Как проходит дезинфекция, проверила специальная комиссия. Обрабатываем после каждого рейса раствором хлорным. Вытираем поручни, ручки, сиденья от пыли, от грязи. Ну, то есть, как-то боремся с вирусом. Пассажиров стало меньше, гораздо меньше. А так люди избегают, стараются находиться в масках. Меньше ездят. Комиссия побывала и на автовокзале. Здесь уже не только городские, но и междугородние маршруты. Транспорт также обрабатывают как минимум 3 раза в день. Хлоркой пахнет. Хлоркой пахнет, особенно по утрам, когда едешь на работу. Чувствуется. И пол мокрый, видно, обрабатывают. Ручки. Мне без маршруток не обойтись. Я добираюсь на работу только на маршрутке. Поэтому это каждый день туда и обратно. Я вот ехала на утром на этой маршрутке, по ней не было видно, что ее обрабатывают. Но сейчас я смотрю, что она более чистая, значит, обработали. А мы напоминаем, в Приднестровье вводят режим чрезвычайного положения. Коснется он и работы общественного транспорта. Ходить маршрутки и троллейбусы будут только в будние дни и в определенные часы. С 5 до 10 утра и с 16 до 20:00. Ну а меры профилактики и дезинфекции останутся прежними.